pedacito de país. A mí me gusta Cumbay. ¿Te imaginas si tuviéramos el petróleo de Cumbay? A mí me gusta Cumbay. Более 180 стран мира. Такого количества молодых людей главный медиацентр не видел давно. На неделю Олимпийский парк превратился в молодежный. В эти дни в Сочи весь мир. В столице зимних игр открылся 19-й всемирный фестиваль молодежи и студентов. Такой молодежный форум Россия принимает уже в третий раз. Сочинский слет уже назвали самым масштабным за всю историю фестивального движения по количеству участников и стран. 7 дней, более 800 дискуссионных площадок, около 1300 спикеров и порядка 3000 экспертов. Политики, дипломаты, бизнесмены, писатели, ученые, спортсмены, звезды кино и телевидения. Всех не перечислить. Первый день и сразу прямой, откровенный разговор о большой политике. Главный гость – министр иностранных дел России Сергей Лавров. В зале те, от кого зависит будущее и кому придется его строить. На встрече говорили о санкциях, о ситуации в мире, о нынешних отношениях России со странами Европейского Союза, которые в последние годы переживают определенный кризис. Международные отношения находятся на важном перекрестке. Либо мир окончательно погрузится в хаос и нестабильность, либо, наконец, удастся преодолеть спираль конфронтации и договориться о совместной, взаимоуважительной работе с опорой на принцип равной и неделимой безопасности во имя благополучия и процветания всего человечества. Россия однозначно за второй путь, единственно возможный для успешного противодействия многочисленным угрозам современности. Повестка форума настолько разнообразна, что участникам в прямом смысле приходилось выбирать лекции, дискуссии, мастер-классы, а еще насыщенная спортивная и культурная программа. Здесь уже точно было не до сна. 24 часов в сутках просто не хватало. Каждый день на фестивале был посвящен частям света. Америка, Африка, Азия, Океания, Европа, Ближний Восток. Делегаты могли не только понаблюдать за происходящим, но и стать активными участниками процесса. Чтобы поближе познакомиться с страной, ее традициями, культурой и обычаями, по всему медиацентру расположились вот такие импровизированные сценические площадки. То есть поют, танцуют и даже демонстрируют наряды. Они говорят на разных языках, но это не мешает им понимать друг друга с полуслова. Цель у всех одна – мир и дружба на планете. Эта неделя стала открытием для многих иностранцев. Их мнение о России полностью изменилось. В течение фестиваля стереотипы рушились, как воздушные замки. Я думал, русские недружелюбные, но после встречи с ними я понял, что очень добрые, отзывчивые люди. Я нашел здесь друзей. Россия очень хорошая страна, большая и замечательная. Мне очень нравится Сочи, здесь очень-очень-очень красиво. Люди здесь очень симпатичные и добрые. И, может быть, в будущем я буду вернуться в Сочи. Первый раз в России. Все очень нравится, очень хорошо встречают. Приехали представлять свою страну. Мы из Нигерии. Здесь все очень нравится. Немного прохладно на улице, но такая теплая атмосфера. Нам здесь здорово. Все очень дружелюбные, обзавелись новыми друзьями. Я изучаю русский язык в институте, а в университете, когда я был студентом. Сложный язык? Очень трудно для меня говорить по-английски, по-русски, извините. Но я очень люблю русские люди. Я знакомлюсь с другими культурами, с другими странами, общаюсь. Я поняла то, что можно разговаривать с другими иностранцами, не зная английский язык. Я спокойно могу с ними общаться, и так они меня понимают. А
Ответственность и свобода, проблемы бедности, экологии, медицины и образования. Ответы на эти и другие вопросы участники молодежного фестиваля искали вместе со старшими наставниками. Чтобы послушать автора романа-бестселлера «99 франков», актера и режиссера Фредерика Бигбедера, делегаты форума начали собираться задолго до назначенного времени. Самый большой зал медиа-центра, а это 1600 мест, еле вместил всех желающих. Для Бигбедера это стало большим сюрпризом. Публику интересовало, что значит для него счастье и за что он любит молодость. Красота, позитивный взгляд, легкое безумие, юмор, немного ярости – все это делают вашу жизнь насыщенной и яркой. А если вы из России, вам повезло еще больше, потому что у вас самая лучшая литература в мире. Ажиотаж вызвала и лекция известного мотивационного оратора и мецената Ника Вуйчича. Места в зале слушатели начали занимать аж с 7 утра. У австралийца врожденное заболевание, у него нет рук и ног. Но своим примером он доказывает, что впадать в отчаяние нельзя. Несмотря на болезнь, Ник стал самым узнаваемым спикером в мире. Его лекции посещают миллионы человек. Он дает им веру и надежду на лучшее. Я верю, что все красивы. Я верю, что можно найти любовь. Я верю, что вас любят. Главное, что вас любит Бог, и вы знаете, кто вы. И даже если вам скажут, кто вы такой, с вами ничего не случится, потому что есть в жизни хорошие и плохие дни. Я старалась приложить все усилия, чтобы попасть и на фестиваль, и побыть на этой лекции. И сегодня для меня такой двойной праздник, что мне удалось и попасть сюда, и встретить свой день рождения вместе с этим человеком. Это моя мечта. Я на протяжении, наверное, 6 лет изучаю, я прочла все его книги. Я просто в восторге, вы не представляете. Изучаю его творчество уже и биографию. Человек очень знаменитый, очень востребованный спикер, который дарит, помогает людям найти мотивацию в жизни. И, насколько я знаю, в Москве он был всего один раз, 2 года назад. Приедет в этом, попасть на него очень тяжело. И спасибо организаторам, что они дали вот такую возможность для большого количества людей посетить эту лекцию и послушать этого замечательного человека. Чтобы разгрузиться интеллектуально, участники фестиваля мерились силой на спортивных площадках. Утренние забеги, футбольные баталии и сложнейшие трюки и развороты от лучших BMX-райдеров России. Одним словом, каждый из делегатов мог найти себе площадки по интересам. Ребята почувствовали, что спорт дает самую главную эмоцию – желание быть лучшим. Вот желание быть лучшим в современном мире для достижения успеха, для построения карьеры, для сохранения силы и энергии, для того, чтобы бороться в современном мире за любой успех, это самое главное. Делегация Краснодарского края на фестивале молодежи была самая многочисленная. Более 1000 человек приехали в Олимпийскую столицу. Гостей из других стран и республик южане встречали по-кубански, гостеприимно и радушно. Поприветствовать участников фестиваля приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел стенд Краснодарского края. Экспозицию Кубани поделили на 6 тематических зон. Гид-экскурсовод Робот Робби отвечал на каверзные вопросы. Рядом расположились инновационные проекты молодых ученых. А еще можно было совершить путешествие на авиасимуляторе по 3D-карте Краснодарского края. Общаясь с молодежью, Вениамин Кондратьев отметил, что Сочи уже давно стал площадкой мирового уровня. И этот фестиваль должен надолго остаться в памяти тех, кто приехал на Кубань из других стран и республик. Друзья, конечно, здесь приезжают молодые люди, ваши сверстники из разных стран и разных континентов. Они говорят на разных языках, они имеют свою культуру, традиции. Вы знаете, вот чем они разнообразнее, чем мы все разнообразнее, тем прекраснее наш мир, согласитесь. Поэтому в этом вот многообразии, наверное, есть вот то, чем мы можем обмениваться, а мы с вами гордиться. Вот давайте покажем Кубань достойно, такая на самом деле. И пусть они, когда отсюда уедут, помнят вас, Кубань, Краснодарский край, всю свою жизнь. За молодежным фестивалем в Сочи следили более 1000 российских и иностранных журналистов. Пресс-центр работал круглосуточно. Для журналистов были созданы все условия. За неделю вышло в эфир и в тираж десятки материалов и сюжетов. Елена Бозовик, журналист из Сербии. В Сочи не первый раз. Рассказывает, что здесь такая атмосфера, что хочется приезжать сюда снова и снова. Краснодарский край, Сочи, очень красивый.
мне кажется, самые лучшие в России. Я могу сказать, что и это не сказка. Я здесь существую как дома. А фестиваль грандиозный. Только сессии, только дискуссии, только молодежь, которая участвует в всем этом. Много этого может научиться, много приятелей здесь и много проектов, которые вместе будут работать в будущем. И это самое важное. Вся фестивальная неделя была очень насыщенной. Даже президент России на площадку приезжал несколько раз. В последний день Владимир Путин принял участие в финальной сессии. Делегаты делились мыслями и разработками в разных областях. Сегодня эти ребята учатся или только начинают работать, а в ближайшем будущем, возможно, именно от них будет зависеть ситуация на международной арене. Последний день молодежного слета посвятили принимающей стране – России. Фестивальная неделя в Сочи, в России, подходит к своему завершению. Но я уверен, что это пошло на пользу 30 тысячам молодых людей, которые приехали в нашу страну со всего мира. Спасибо, что доверяете нам. Я поздравляю всех, кто принял активное участие в мероприятиях фестиваля. Знаю, что на фестивале царила необычная, абсолютно необычная энергетика, так же, как она царит сегодня на этой площади. Это энергетика молодых. Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас. Future starts here and now. Future is you. Мы очень рады здесь находиться. Это прекрасная возможность. Мы счастливы стать частью истории. Новые знакомства, новые друзья, новые возможности. Нам очень все понравилось. I think it's a big opportunity. Я думаю, это большая возможность в жизни. Быть здесь, испытывать этот драйв – это большой-большой шанс в жизни. Очень классно все организовано. Благодарю всем организаторам. И спасибо всем большое за такой фестиваль. Фестиваль молодежи – это еще одна возможность обсудить не только актуальные проблемы планеты, но в первую очередь найти новых друзей и единомышленников. После этого фестиваля социальные сети участников точно пополнятся новыми друзьями из разных стран мира.